В предыдущей серии Гриша Черный помог мне разорвать связи с бандитами. Так как мы наделали шуму, нужно залечь на дно, и делать мы это будем на Затоне. Параллельно я отрабатываю долг у Гриши, помогая ему с рейдом в лабораторию под Железным лесом. Прямо сейчас мы туда спускаемся. Не забывайте прожимать лайк, если вам нравится данная рубрика и если хотите увидеть новую серию. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Готов? Готов. Ну тогда оружие к бою. Ни разу я тут не был. Сложно было. Главное, давай аккуратно. Лаборатория уже старая, трещит по швам. Мне рассказали вообще сюда не ходить. Хм, а на чем я тут думал, лифт интересно работает? От этого предложения. Резервный генератор. Опа. Здорово, сталкерочи. А ты что тут за... Ты как сюда забрел? Ну, гуляю по подземелью. Понятно, слушай. Ты ничего интересного случаем не видел? А, видел документы. А ты их подобрал? Документы? Нет, выношу последний. Что еще раз? А, документы всякие были, там папки. Ну ты забрал их? Ну сейчас выношу именно папку и ведомость. Понял, ну слушай, друг, если хочешь, чтобы мы остались друзьями, документики и кидать надо. Мы за ними и пришли. И че, все? А. Так, ладно, забери вот эти две папки, я заберу флешку. Все, больше интересного ничего не видишь? Нет, больше ничего. Понятно. Ладно, сталкерок, сэкономил ты нам время, но одного все-таки нет. Ладно, топай своей дорогой, никому об этом месте, понял? И о нас тоже. Вот и чувствуй, ты понял? Ну. Я тебе так скажу. Таких сталкеров часто встречу, но чтобы вот в таком диапазоне встретиться, я первый раз. Так он еще и сам отдал. Нет сказать, я не брал, да ничего нету, я тут так прогуливался. Он ну, отдал, ты понимаешь? Я вообще думал, перекупать придется. Порядочно. Натуре. Да если нет, все равно бы я его обыскал. Пойми, документы такие, что... Ну, короче, я бы мог оказаться в твоей ситуации, понял? Ну, я понял. Ты сегодня... И ты можешь по пути вот эту хуйню-то... Да, на обратном пути. Такие вещи полезны. Ну ладно, с тобой залож. Ладно, давай, тут ничего нет. Если он вернулся в курточке отсюда, да? Ну куда бежать? Что делать? Да? Ни карты ничего не дали. Так, ладно, надо осматривать. Опа. Че это такое? Ёп! Так, команда, давай аккуратней, понял? Давай понял, назад, понял. Давай. Ты видишь эту тварь? Нет, не вижу. Может он там дальше? Пойдем дальше. Опа. Давай аккуратней. О, проблемы. И как он отсюда живым вышел, мне интересно. Он, мне кажется, не доходил до этого места. Ну, возможно. Так, раз. У него слишком, слишком... А, ты псевдо еще грохнул, нифига себе. Да. На, сука. Не. Так, ладно, псевдоч.
Теперь нужно делать, что с ним делать. Ой-ой-ой. Что-то он как-то странно себя ведет. В общем, есть вариант. Давай... не... Обходить я его не буду, знаешь? Вот это точно нет. Ну да. А нам надо туда пробраться. И вообще... Его кость достаточно дорого на рынке стоит, понял? Можно шестеру заработать с ним. Так, ладно. Так, ладно, ты стой здесь, прикрывай меня, только дай мне... Ай! То ли спит, то ли чё, блядь. Тихо, тихо, тихо. Спит. Ой, так же, только после хлопка. Делай это после хлопка. Понял, понял, понял. Нормально. Ладно, будить мы его не... Ой, пошли, сука. Я думал, он будет поагрессивней. Сам понимал, просто же патрон на него. Так он спит, нам он агрессивный не нужен, на него десятками ходят, а нас тут двое. Ну да. Это, кстати, какой-то рык слышу, это он там или тут кто-то еще? Естественно. Храпит, сволочь. Ой, слышу. Стой, тваря. Вижу. Смотри, этот походу тоже спит, но уже порыкивает. Я подпущу его к себе подближе, понял? Ты начинай стрелять. Угу. Нормально. Ладно, кончай с ним. Мы должны найти флеш, опа. А вот походу с тем... С кем он справился. Угу, да что-то он того, не разделывается. Наверное, сняли с него уже все. Так, аккуратно. Ничего не видно, да? Ну. Блять, походу сталкер на псевдогиганта нарвался. Ага, а смотри, что тут. Опа, на. А вот это уже ничего. Ну-ка. Лестница замаскирована. Давай сюда. О, смотри, нычка какая-то. Это интересно уже. Пачка сигарет, май. Че там? А вот он и сейф. Помнишь ключик? Сторожи пока вход. Ну, можешь здесь постоять и вход сторожить. Ну, я сторожу, да. Че там? А, тут документы нужны. Еще и баб. В общем, заработал ты сегодня неплохо. Опа, на. В общем, все есть. А теперь смотри, что нужно делать. В основном, когда дают тебе какую-то задачу, да, ты выполняешь ее не один, и у тебя будут конкуренты. Угу. Если задача слишком острая, да, которую нужно выполнить без конкурентов, делаем вот так. Вот, понял? Угу. В следующий раз, когда кто-то откроет, его закроют, понял? Все, видим, только аккуратно. А то любая вибрация, и он может, скажем так, автоматически. Без открытия двери. О, не хилый, там взрыв будет. Там где-то точно грамм 15. Ладно, валим отсюда пойти. Я в это место бы тебе не советовал вообще никогда в этой жизни не возвращаться. Да я как-то и не горю желанием. Вот я тоже не горел, пока мне денег не дали. Ну что, надо крутиться, пойми. Да понимаю. Здесь у всех свои цели. Может, здесь ты пришел на цветы посмотреть, понимаешь? Кто-то хочет свою семью прокормить. Ну там то, да, все. Ладно, все чисто, это хорошо.
В общем, в принципе, работу мы с тобой выполнили. Осталось только передать ее заказчику. А кто заказчик? Я займусь сам, а так ты мне помог, понял? Понял. Да один буржуй с Европой, они все сюда лезут. А у самих, знаешь, очко такое, что, блядь, ну, при каждом таком вдохе ахи оно сужает. Угу. А что это, кстати, тут аномалии эта куча может проверить на наличие артефактов? Слушай, а ты думаешь правильно. Так, ладно. Деньги деньгами, скорее всего. Дана, давай. Ты ту, я эту. О, на которую я смотрю. А, понял. Ага. Смотри, какой черт там тоже ходит. Так, ну проверяем, да, что тут есть, чего нету. Вот смотри, чего хочешь, сталкер? Где-то тут, что ли, улавливает? Это твой или мой пищит, я не пойму. У меня есть. О, чё? Батарейку. Нормально. Нет, слушай, мы только что оттуда. Я тебе туда не советую с твоим целью жизни. Да, лучше если не ты надо. Ты пытаешься всегда гиганта убивать откликом, то я желаю тебе удачи, понял? И скажи свое имя, чтобы я тебе могилу на скотовке. Ой, вот это ты красавчик. Иди теперь всегда гиганта так же сделай. Мне кажется, тебя такая лепёха останет. Ладно, потопай. А, да вроде жив. Все, мы потопали, давай, удачи тебе. Да таких сколько было уже, я когда вот таким вот молодым был, я тут вообще втрогал этого. Я же понимал, на что я могу, а что я не могу. Но когда такие думают, что они на всегда гигантов одного могут, ну они там и остаются. Путь им дорога, этим сойдешь. В принципе, работу я, как уже сказал, мы с тобой выполним. Что нам остается? В принципе, денег ты подзаработал, понял? Со мной сходил, в пару моментах меня прикрыл. Ну и как сам понимаешь, должок твой списывается. Только не косячь больше, потому что потом долги уже будут, понял, это... Ну, как сказать, не то, что от меня расти, да? А то, что меня в скором времени под рукой быть не может, да? Всякое в этой зоне было. Да, понимаю. Я вот, например, сам понимаешь, 5 кокнул 3 часа назад. Меня, за меня могут спросить, но никто не знает, что это я, кроме тебя. Ну не убивай же мне тебя, правильно? Я же сам напросился тебе проблему помочь. Поэтому, так скажем, замяли этот опыт. Больше нигде его не поднимаем, только между нами. Что с документами делать, я тебе сейчас расскажу. Так, ладно, что здесь будем стоять, обмениваться, или пойдем все-таки? Да пойдем, наверное. Что, куда потопаем? Ты хоть один раз путь проложи. А то ты все идешь. Ну а конкретно, подожди, что сейчас будем делать? Если перетереть, то, наверное, на Скадовск надо. Хотя там ушей много. Можно на баржное? На баржное можно. Ой, что-то оно мне не нравится. Ну ладно. Ладно, пойдем. Здесь последними событиями можно сидеть туда. Ну да. Опа, а вот это кабань. О, ну-ка, сейчас проверю. А, ну ладно. А, кстати, можно еще это по аномалиям по пути позаглядывать. Я вот, мы когда шли, я видел тут парочку где-то. Вон с той стороны, помню, было. Ладно, пойдем. Вон, смотри. На фактах все деньги делают. Зайдем туда? Это тебе не фигушки. Там их снизу не будет. Наверху, что ли? Конечно. Так. Да, с голова за ним я давно не занимался. Ну ладно, попробуем. Дальше все, что-то не хочется. Давай. Так, ладно, здесь уже с двумя руками. Слушай, я не знаю, как тут люди ходят, блядь. Без понятия. А может, с другой стороны надо было залазить? О, нашел. О, ну-ка, чё? Так. Слышь, тикает. Да, слышу. Я мы тебя возьмем, родной. И чё там? Ой, ёпта, он упал. Подбери там артефакт, друже. Сейчас. Из сумки выпал. Блин. Ты чё? Там же... А, всё, нормально. Там не сдохли. Не, живой. Ой, да ну нафиг, не полезу больше сюда. Это пиздец, блядь. Я 2 раза не наебнул. Так, ладно. Если место есть ещё, вот забей. Давай. Есть. Стой, куда он покатился? Отдай сам. Ёпт! А, не, нету места. Блин, как так-то? Нету. Ладно, у себя оставлю. Пойдем. Пойдем подальше. Ну, нафиг эту аномалию. А пути еще есть 2.
Хочешь рискнуть здоровьем? Ну что-то у меня уже, знаешь, отпало желание. Да и места нет, кстати, в рюкзаке, поэтому... Казатони мне чем нравится. Все для сталкерской души, понимаешь? Тут в основном есть та вот свобода, которую ищет свобода. Но их тут нету. В этом вся прелесть этого места. Я здесь частенько, когда хочу душой отдохнуть, понимаешь? Ну да, мне тут тоже нравится. Что-то меня здесь тянет. А тут ученых на Затоне нету? Не, ученых нет. Придется переносить на кордон, если хочешь выгодно продать. Но это тоже, понимаешь, затратное дело. Ну, на Юпитере тоже вроде ученые есть. Да, согласен. Можно и на Юпитер, в принципе. Я бы на Юпитер понес, они там больше дают. На кордоне зажравшиеся, людей обманывают, понял? Ну да, да. Сталкеров все обмануть хотят, поверь. Братки хотят под плечи взять, чтобы шестерили, да? Ну, мы точнее, нас. Ник хочет на бабки нас уже развести, хотя такого раньше не было. Раньше Ник очень много давал за всякую вот эту шнягу. А вот сейчас у них организовался переизбыток, и что? И то, и цены упали, блядь, конкуренция. И совершенно, и прямая, понял? И монополия, и хуёль. Все, конец, понимаешь? Понимаю. Рынок начал падать. Сталкера не глупые, понимаешь, что рынок начал падать. И начинают измышлять. К некоторому артефакту приделают всякую, понял, чухню. Я тебе в прямом смысле могу взять светлячок и приделать там, ну, грязь его облить, блядь, да? Или чем-то еще. То есть, типа, сделать так, чтобы он имел другой вид. И затереть как под новый артефакт. И гребет нормальный хабар, понял? Прям нормально из этого получать. Таких умных я давно не видел. Но сам приувидел, а я смотрю, это светлячок. А ученый ему попу, он не понимает. Он говорит, ой, блядь, сенсат. На самом-то деле это говно просто, в прямом смысле, блядь. Может, говно плоти, блядь, облепленное, обсветлить. В общем, короче, умных хватает. Вот надо быть таким же. На чем мы в сторону хутора идем? Артефактик надо забрать. Он же рядом со скоростью. Ну, ладно. А что, ты сам хотел за артефакты? Вот у меня мания появилась, понял? Я так сразу... Ну, это кабанчики. Погоди, да тут не только кабанчики. Возьми лучше ствол пока, давай отстреляем снова. Во, понял, спиной своей ёрзает. Сейчас. Тут немножко осталось. Аккуратно, аккуратно. Нормально. О, фиксирую что-то, да. Ладно, иди, забирай. Только место освободи. Ой-ой-ой, ну да, место надо освободить. А еще есть эта аптека, а то у меня как-то... Ну, фигово себя чувствую. О, благодарочка. Я тебя сейчас еще вот бинтиком тут обмотаю. Это тебе на всякий суд. Смотри, чтобы место нормально было, понял? Все вроде должно хватить. Так, ну сейчас будет давай, мой первый артефакт. Или первая смерть, не знаю. Давай, давай. Не ссыкуй, да? Или тебе группа поддержки нужна. Так, я уже близко. Есть! Есть, ура, глаз нашел. Красава, вот этот я понимаю. Это твой первый, понял? Вот когда сотый будет, вот тогда посмотрим, что из тебя будет. Ты будешь таким же, как я, понял? Думать по-другому. Погоди, опа, стой, погоди, вот видишь? Думаю, подумал, кусок ткани, блядь, не надо пропускать. Так это я его и выбросил. Это мы с тобой думаем, что это не нужно тебе. А, ну вот. Снор где-то рядом. Ебать их там. Не, ну ты сам выбирай, либо кончим, либо уйдем. Ой, да не, ну нафиг, да. Я тоже так думаю. Я не вывезу, я максимум только вот с двумя боролся, когда у нас человека 4 было. Вот когда вдвоем нет. Да, сложно. Так, ладно, место есть у тебя еще? А, не, вообще все забито полностью. Что, как будем делать? Мы же все равно на Юпитер идем, да? Ну да. Потому что у меня заказчик там, не знаю как. Ну тогда там артефакты избагрим. Я тоже думаю, это так будет лучше, так мы уведем с тобой скрипом, понимаешь? Сколько у тебя денег? 500 рублей. 500 рублей? Ой, ладно, придет один артефакт продать. У меня тоже денег еще не густо. Ну, там деньги есть. Хотя стой, подожди, ну-ка А не, в сейфе уже были деньги. А-а-а. Ладно, на, возьми. Благодарю. Моя неплановая доля, понял? Угу. Того я тебе дал 20. Слушай, у меня к тебе есть предложение. Артефактики-то сбагрить нужно. Да, такой, бьется новый рюкзак. Я тебе так скажу. Значит, надо это. Сначала артефакты сбагрить на Юпитер пойти. А потом уже можно провернуть одни для него, чтобы ты начал работать.
Какую? Ну, в общем, я-то пойду на встречу с заказчиками, понял? И, в принципе, могу тебя познакомить. Скажу за тебя пару слов, понял? Ну, как это обычно бывает. Ну, можно, в принципе. И там они, если что, тебя приметят. Ну, я тоже так думаю. В общем, заказчики мне уже на КПК написали, что ждут. Понял? А они когда ждут, значит, на туре ждут, а не просто ожидают. Поэтому это две разные вещи. Надо побыстрее смотаться отсюда и пойти на Юпитер. В принципе, там все уложилось. Ну, погнали ты, да чё? Ладно, ты готовый? Готовый, готовый. Ладно, все, двигаем тут. А где проводник-то? Проводник там, где вояки обитают, рядом. Ну. Я думаю, там уже на Юпитере все улеглось, понял? Да, они там ищут, но уже такой остаток спа. Потому что в час пик бы, мы бы, скорее всего, Янов по швам поставили. Братки туда пришли бы, разборы устроили, да плюс еще новых сталкеров заложили, это вообще. А что делать, если мы сейчас придем на Янов, и они нас так внезапно найдут? Придется пользоваться планом Б и лишаться зарплаты за выполненное задание. Придут те, которые, у которых, скажем, мне спустили снизу заявочку на документацию. Ладно, здесь без оружия, вдруг нарвемся на подход. А никто с оружием, сразу можно сказать, кладу. Так, я не помню. А где Жур? Ты понял? Жоты нету. Капец. И вояки ушли вместе с ним. Так, я понял. Так, ладно, обчистим здесь все. Посмотрим. Может, они стволы забыли? Все вояки тупые уроды. В натуре. Клада, ты где? А, я здесь. Что, нашел что-нибудь, полезное? Да не, нифига. Понятно. Все забрали. Ладно, двигаем сюда. Вот только я не пойму, где Жора. Ладно, пойдем ко второму. Надо его переть, поля. Почему нет машины? Что это было? Это аномалия. А-а-а. Грабит. Порой люди так высоко. Как ракета. Я тебе про это и говорю. Первый раз такое вижу. Будем о чем. Такой высокий раз я еще первый раз. Я тоже. Он аж в воздухе развалился. Полетел живым. Ну да, ну да, кстати. Ты видишь? Кого? Аномалию. Только что белый след был. Не видел? Не-не-не, не видел. Вот там, суки, на дочь его, бля. А, вижу. Давай, он от него крови сколько напился, сука. Патрон заканчивается. Так, ладно, я спущусь поближе, подойду. Жирный, блин. А вот, они когда напьются, они самые, понял, у них все повышается, а их просто, у них защита неумолимая. Ладно, разберись, я там пачку Мальбро увидел, мне теперь это. Ладно, все, двигай. О, вижу проводника. Ну, здорово, Саню, нам на Юпитер. Что-то зашел на Юпитер, капец, все лагает, хз, странности. Купил себе, значит, новый компьютер, а горизмот не тянет, ха-ха-ха-ха. Да не, просто это лаги, наверное, самой карты на самом сервере, что-нибудь в этом роде. Ёб твою мать, там бандитов